Мы относимся к нашему летнему перформансу, перформансу Zero Lines, наполовину как к таинству и наполовину как к вечеринке. С одной стороны, набережная Москва-река, парк Горького, а с другой стороны, именно отсюда нам предстоит отправиться в путешествие в иные миры и сюда же вернуться. Именно здесь будет на этот раз портал нулевых линий. Над нами будет купол с проекциями, уносящим в бесконечность. Музыка, собирающая нас в поток и нас, и всех тех, кто разделит с нами это счастье. 2 и 3 июля, парк Горького, сфера Zero Lines. Мы ждем вас.